Тех, кто поступают, они не вакцинировались, и причем были убежденные противники вакцинации. Но пребывание в реанимации изменяет их отношение к проблеме, вот это дышание кислородом, нахождение на реанимационной койке, конечно, меняет мировоззрение человека очень здорово. Что поможет? Поможет вакцинация. То есть тут лечить как бы сложно таких пациентов, предотвращать-то всегда проще, чем лечить. Поэтому, друзья, надо вакцинироваться, не надо играть в русскую рулетку.